Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст, и сегодня у нас Marvel Strike Force. Сегодняшнее видео будет посвящено открытию красных звезд, и как видите, я не в своем аккаунте, а на аккаунте своего подписчика, это ProMan. Ему, естественно, огромное спасибо, дождался он сфер на множителя. И посмотрим, чем у нас сегодня порадует. Сфер у него очень много, это и премиум сферы, это и красные звезды, друзья. Также хочется отметить золотые, ну, это, наверное, золотые, да, уже никого не удивишь, но все равно. Мегасферы. И давайте же начинать, друзья. Начнем по традиции, как всегда, с премиум сфер. И поехали, первая десятка. Будем желать, конечно... Так, это что, по одной, что ли? Да, это по одной. Выбили, кстати, да, первая сфера. И... Так. Первая сфера и лунный рыцарь на пятнаху. Круто, да. Возможно, стоит по одной было вскрывать. Так, Эльза, ерунда, домино пойдет, пока не будет, да, на 5 звезд. И тут как-то прохладно. Так, еще одна десятка. И это лунный рыцарь на 15. Топчик, барон Зема пригодится пока. Кул обсидиан, отлично. Так, эта десятка была явно более продуктивна. Шаттерстар, великолепно. Призрак, отлично. Минерва, конечно же, пока всегда желанный гость, потому что хоть она и фармится теперь, да, но слишком медленно все это происходит, друзья. Танос 25 был бы классно, но он уже есть, поэтому это такое себе. Так, по одному осколку, ерунда. Так, ну Красный Страж на один, конечно, да, смешно. Зверь на 15 отлично, хоть он и фармится, но это тоже медленно. Так, лед на один, это ерунда. И, в принципе, открыли, ну, средне. Карнак пойдет, хотя нет, уже не пойдет. То есть Карнак собран, поэтому фиг на него. 6660, интересная цифра, конечно. Но что есть, друзья. Так, поехали, золотых немножко поскрываем. Показался первый миллион. Я сразу смотрю, на самом деле, наверх. Ну, цифры уже такие, прям весомые падают. Так, вот, есть контакт. Есть контакт, друзья. Первый миллион взяли. Конечно, хочется побольше тут налутать. Пару миллиончиков было бы вообще идеально. Мне кажется, надо уже, да, за эти все видео подводить статистику, сколько должно падать. Так, это 3? Нет. Ну, 2 миллиона пойдет. Давайте оставим тут, наверное, сфер 20 еще. Опа, вот, хорошо. Или пока идет. Давайте последнюю десятку. Если еще миллион выпадет. Так, это 3, что ли? Нет, это 2 выпало. Так, ну бабки летят, открываем до последнего, да, пока идет. Пока идет, надо вскрывать, как говорится. Так, ну в итоге нормально тут, да, такой подгонщик в виде золота, 21. Конечно, сфер было много, так, переключаемся теперь, друзья, на... так, переключаемся вот так, для чего это сделано? Для того, чтобы открыть мегасферу. Золото было намного лучше, чем премки. И первая мегасфера, может быть, соточка. Хрен там, не соточка. Ну, факел, факела у нее нет, да, полностью. Ну, я бы не сказал, что пойдет. Полтос мало, сотка была поинтереснее. Но хотя бы этого героя у нее полностью нет в сборе, поэтому, как минимум, это лучше. F4, конечно, уже давно не топ, но что сделать. Давай, сотка, сотка, сотка. Это плохо, друзья. То есть, это повторка, да, вы сами понимаете, что повторка на 50, как бы, кому нужно. Давай-ка лунный рыцарь, может быть, на соточку. Сокол. Это троллинг. Он сокол как раз качал для прохождения Дума. Но нафига он нужен только сейчас? О, домино сотка. А вот это уже интересно, друзья. Это уже интереснее сотка домино. Потому что фармиться она из ряда вон плохо, а здесь такой подгон, я считаю, это вполне оправданно. Так, вот еще одна сотка. Таскмастер. По-моему, круто, друзья. Сотку выбили Таскмастер. Он хоть и фармится, блин, но он медленно фармится. И в итоге, смотрите, сколько соток набили, да? 3 сотки, по-моему, взяли. Я считаю, это более чем хороший результат. Конечно, сокол, да, немножко так подвел. Ну, блин. Другие сотки как бы компенсировали эти потери. Это вы прикиньте, сколько вам энергии надо будет сэкономить, да, с компании. То
То есть он там с компанией в день, вы фармите себе без обновления, там, да, пару осколков буквально. Так, четверка. Но четверка в дубле нас, конечно, не интересует. Так, сфер, кстати, очень много. Так, три выбили. Ну, три, конечно, это ни о чем, друзья, понятно. Так, три раза, три звезды, два раза подряд, это какой-то рофл. А потом еще четыре сверху, вот это да, вот это поехал множитель. Друзья, надеюсь, вам также будет сыпаться на него, чтобы как минимум хотя бы четверку полутали отсюда, потому что на серфера такого удовольствия немного было. То есть ребята, кто открывал, сказали, типа, а где серфер-то вообще, где дроп-то на него? А там церебро подкрутил, ребятки, не просто так. Так, Карнак, отлично, прям супер нужен. Нас, конечно, будет интересовать в первую очередь это пятерки, шестерки и, конечно же, семерки. Но семерки падают прям здесь один раз, наверное, за сезон. Да, это причем, если взять все аккаунты, которые ты откроешь за это время. То есть на одном где-то, может быть, и выпадет. У нас, кстати, сегодня, друзья, еще также открытие, поэтому будет... Так, колосс. Кстати, дубль или нет? Так, это дубль. Ну, таких героев, кто да, уже давно играет, конечно, вот эти 3-4, это так, чисто посмотрел, уже не понял. От 5 смотрится, да, потому что меньше не вызывает никаких эмоций, то есть, как бы, да, есть и есть, но не что-то там феноменальное. Так, стараюсь побыстрее открывать, потому что сфер много, а вот эти на одну, на две звезды смотришь и думаешь, блин, типа, камон, это же не аккаунт новичка. Новичок бы порадовался. Так, зверь. Ну, вроде, кстати, падает-то вроде неплохо. Но единственная проблема, то, что пятерок нет. Вот у меня раньше такая была такое ощущение, что каждый полтос, каждый 60 где-то сфер там падало что-то от 5 кз. То есть пятерка где-то падала. Но вот смотришь сейчас, что-то такое ощущение, что это как бы давно забытые, да, темы. Это как забытая тема, как енот, когда-то с ульты сносил пол команды, Танос ему давал еще кучу энергии, и он потом он дублировал, и это было великолепное такое мини-шоу, когда герой всех разрывает. Сейчас такого не увидишь, друзья. Так, вот и сокол, блин, он что-то троллит, что ли, нас вообще этот сокол? Он везде будет теперь, может быть? Конечно, сейчас бы полутать бы на 7 вот было бы неплохо, да, вот так просто, знаете, как в довесок, как множитель нам на 6. Просто, чтобы пройти было дума, потом пройдем и думаем на стриме, друзья. Ну, постараемся, по крайней мере, потому что, сами знаете, рандом штука такая. Вот, кстати, вот это уже хорошо. Это уже хорошо. Антивеном на 4, это благоприятный дроп, потому что там любые увеличения ему здоровья будут неплохо смотреться, потому что, сами понимаете, герой, когда обладает маленьким количеством КЗ, это мало жизни, и выживаемость его довольно-таки посредственная. Тем более для героя, который единственный может кого-то воскресить из всей пачки симбиотов. Так, а где пятерки-то, блин? Ну, золото мы полутали на несколько, да, на несколько аккаунтов вперед, поэтому надо сейчас бы и КЗ как-то сюда. Много элиток, правда, еще будет. Ну, хотя бы мы четверку выбили. Вот я смотрю, что-то, да, потом там множитель закончился. Мы прям за первый, по-моему, 5-6 сфер выбили тройку, два раза тройку, четверку выбили. А потом вроде про множитель-то и забыли. Так ощущение, как будто вот все, церебро сказал, типа, оп, и до свидания, церебро, этот множитель. Друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про церебро. Заодно и проверю, кто смотрит внимательно, а кто смотрит количество сфер, а потом смотрит, что выпало в конце, да? Такие мы тоже умельцы есть. Так что обязательно напишите, друзья. Буду, после видео посмотрю. Так, ну что? Где вот это такое приятное... Такое оранжевое свечение, такое прям яркое. Когда вы понимаете, да, это оно. Где вот? Мне нравится смотреть на зеленый цвет. Мне хоть и зеленый цвет нравится, но
вот когда открываешь, как-то зеленый цвет вызывает отторжение. А вот оранжевый, прям вот да, хочется увидеть его сейчас. Но пока что-то не видно. Так, страшно 3, конечно, классно, но... Ну давай, последний там, последние 3, поехали, давай, let's go. Да. Let's go. Это... так, ну... В принципе, ну блин, как, ну как... Как вот, как на это, да, что сказать? Это было бы круто, если мы открыли 20 сфер. Я бы сказал, блин, круто, вообще топ, да, там супер. А это 100 сфер. Это круто. Ну, это хорошо. Это хотя бы не опозорюсь, да. Но не более. То есть это не более, друзья. Так, 15, 2 есть, да. О, улиток будет много, друзья. Давайте скрестим пальцы, пожелаем промену удачи, конечно же. Да, а может быть даже мне удачи, чтобы я нормально вскрыл все это. И поехали. Первая шестерка и нет. Пятерка заразителя. Ну, я скажу только одно здесь. Пятерка лучше, чем четверка, но заразитель, да? Ронан. Какая же мусорка пока падает. Шихалк. О, такс. Давай-ка вот без этого. Давай-ка Церебра, давай вот по-нормальному. Ну, это по-нормальному. Но мне кажется, пятерочка была бы поинтереснее бы на него. Зверь уже падал, кстати, тоже. Опа, 6, 6. Знаете, на самом деле, я, ну, говорю 6 не для того, чтобы выпало 6, а для того, чтобы... Я чувствую, что это не 7, просто, друзья. Я чувствую, что 7-то хрен выпадет. Так, ну шестерку взяли, одну. Это неплохо, но мне кажется, мы можем еще одну вытащить минимум, друзья, это минимум. Шестерка магнета, в принципе, неплохо, то есть пачка братства еще актуальная. Но лучше бы, конечно, на пузыря, мне кажется, выпил, потому что пузырь дает там просто кучу урона. Магнета все-таки больше второстепенный. Страйф на 4 пойдет, пачка мародера еще актуальна. Правда, сейчас ломают ее очень много кто. Рой уже падал на 4. Так, давай-ка семерочку множителя. Вот это была бы бомба, друзья. Так, ну писал, как это хрень. Ну, белого как бы пропустил, да, если этого героя, то вот сейчас мы тебе компенсировали эту потерю. Если ты собираешь АИМ, то у тебя уже выстраивается пачка. Правда, заразитель там не играет. Ну, а что делать? Мо. Мо, конечно, круто, но, понятное дело, он хотя бы минимум на 5 нужен, потому что открывается он с 5 сразу, поэтому 4 это такое. Так, кстати, это не дубль. Не, смотрите, взяли Дэдпула для пачки-то сила X. Дэдпул пойдет на 4. Ну, мало, конечно. Ну, а что делать? О, Летеха на 5. Летеха на 5 это нормально, друзья. Летеха сейчас актуальный в наемниках раз и в миксапе с этой... С Хеллой 2. То есть это хороший дроп. Так, ну и последнее, может быть, семерочка? Ну, такое. Это такое. Что по итогу? Одну шестерку взяли. 3 пятерки на миньонов. Из них миньон самый нормальный. Это, конечно же, наемник. Страйф пойдет. Дэдпул пойдет. Белова, ну, пока пачка похуже. То есть Магнета, конечно, не самый топовый герой, но все равно неплохой. Так, ну давайте скрывать элитки. Тут, конечно, прям промен подготовил прям такой прям плотный контент. 17%, друзья. 17% взлутать, 6 и выше. Ну что, поехали. Давай 7. Так, ну множители мы взяли на 5, конечно. То есть задача прям максимальная, да? Ну, надо на 7. Надо на 7. 7. Вдова. Ну, кстати, вдова-то, по-моему, вдова ему пригодится для прохождения контента. Вот надо посмотреть, что там не пройдено. Вдова, в принципе, на 6 неплохо, друзья, потому что играет она в Мстителях. Пачка сейчас актуальна, хорошая. Конечно, лучше бы какой-то там Тор, условно, да? Но неплохо. То есть это неплохой дроп. Тем более, это 6 звезд.
Так, две шестерки взяли, но для такого количества звезд, мне кажется, две маловато. Надо бы три полутать, и давайте пробовать еще одну. Но это так себе, это тем более дубль. Так, ну и последнее, друзья. Давай-ка семерка, я не знаю, даже на кого, на какого-то бы суперкрутого героя, который бы еще не был в семи обычных звезд. Поехали. Нет, не судьба. Боеголовка, кстати, тоже неплохо. Боеголовка, это все атакующие герои, друзья. Они пригодятся как минимум для пачки вот, силы X. Дэдпула взяли, боеголовка на 5. Это все атакующие, это хорошая пачка. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо мы тут полутали. Я бы сказал, даже очень неплохо. Так, ну и все, друзья. Ультимуса мы не будем открывать. Может быть, какой-то реворк будет, да? Если захочет на стриме, да, откроем это все дело. Потому что тут уже такое, ситуативно. Давайте посмотрим наши бусты. Магнета улетает на 4000 вперед, 11 категория. Черная вдова, 12 категория. Вот это будет сейчас хороший буст. Вот это буст, я так понимаю, 72 тысячи, просто как с куста ей. Для прохождения, кстати, какого-то контента, да, сейчас я думаю, если у нее был, будет обидно, если, да, у меня были проблемы с этим. Он потом прошел, и тут все такое... Такой еще буст дополнительный. Так, ну вот это, конечно, тоже сказка, а не герой. Так, 12 категория антивенома, кстати, да, 7000 мы бустанули. Вот это хорошо. Вот это реально приятный буст, я думаю, будет для него прям очень приятный. Так, 37000 дополнительно пойдет. Ну и страйф 45 стал, 51. Страйфу красные звезды, конечно же, нужны, потому что... В мародерах, если его быстро убивают, пачка сама по себе мародеров разваливается потом очень быстро. В принципе, я думаю, друзья, тут с этим все. Довольно-таки классно мы тут ему, думаю, бустанули. Напишите в комментариях, хотите такой дроп, ставьте кулачки, смайлики ставьте, друзья, чтобы я понял, что вы досмотрели видос. Промо, естественно, огромное спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Конечно же, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.